расскажет журналист Атамтакавиде на канале ТНТ в этом выпуске. Первомайское шествие собрало рекордное число горожан. За два часа по центральным улицам Магадана прошли 23 тысячи человек. Ура Первомаю! Семь экспедиций на северо-восток за 4 года позволили появиться на свет фотоповести «Сущности бытия». Средняя температура зимой 5 градусов 40. Проект на миллиард. Портовое шоссе укрепят подпорной стенкой. Инженеры и строители рассчитали надежную конструкцию. Турнир по художественной гимнастике позволил подвести итоги спортивных тренировок за год. Об этом и многом другом за 15 минут. Первомайское утро. Более 200 организаций и учреждений выстраивали колонны. В этом году в шествии на праздник весны и труда вышли 23 тысячи человек. Это рекордное количество участников. Демонстрацию поддержали 13 новых организаций. Погода способствует тому, чтобы на улице города вышли люди с транспарантами за мир, труд, свободу, равенство, братство. Это праздник труда, и мы уважительно относимся к каждому человеку, который трудится на благо города, на благо своей семьи. Для старшего поколения первомайская демонстрация – это традиция. Для молодежи это повод для встречи. Ура! Праздник! Положено. Это наша память, тем более наша. Молодые немножко к этому по-другому относятся. Возможно встретиться с друзьями без WhatsApp, без телефона вообще, со знакомыми. Самый лучший праздник в году, наверное. 1 мая – это труд, мир, май, как говорится. То есть, погода, вы знаете, как, да, погода замечательная, народу много, знакомых много. То есть настроение прекрасное. Сопровождал праздничное шествие оркестр духовой и эстрадной музыки. В первых рядах прошли члены Магаданской областной организации ветеранов Великой Отечественной войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, первые лица города и области. Настроение замечательное, как и у тысячи магаданцев. Всем желаю добра, мира и уверенности в завтрашнем дне. Праздничное шествие уже в 19-й раз идет по нашему родному Магадану. И в этот праздник очень важно, мы все вместе, молодежь, ветераны, все, кто трудился, отдавал свои силы нашей территории Магадану. Хорошее весеннее настроение. Всем мира, добра, счастья. Коллективы шествовали по центральным улицам города. Маршрут от Комсомольской улицы до площади Горького. День весны и труда – важный праздник для всех поколений. Я каждый год на него хожу. Я думаю, что этот праздник, он очень веселый, и каждый год на него ходят очень много людей, и все счастливы, когда уходят домой. Ура! К старту готовилась и колонна «Теле-2». На счету компании это уже 6-е первомайское шествие. Весной мобильный оператор вышел на новый уровень. Запустил высокоскоростной интернет 4G. Он доступен не только в Магадане, но и в поселках Сокол, Уптар, Ола, Палатка, Снежный, Снежная долина, Радист и Дукча. Более 77% жителей региона получают новую услугу. Чтобы клиенты «Теле-2» оценили преимущества скоростного мобильного интернета, оператор запустил акцию «Безлимит в 4G». И специально сейчас в рамках нашей акции мы запускаем такую возможность бесплатно попробовать потестировать наш безлимитный интернет. Я думаю, что все будут довольны, попробуют и оценят на самом деле высокое качество настоящего интернета от Теле-2. По традиции в шествии приняли участие трудовые коллективы всех отраслей местной экономики, связисты, энергетики, строители, работники транспортных, коммунальных, перерабатывающих предприятий, банков и других учреждений и ведомств, представители политических партий и общественные объединения. Разноцветные шары, яркие флаги, транспаранты украсили первомайский Магадан. Настроение очень праздничное. Демонстрацию мы всегда с удовольствием ходим. Мы любим прекрасный наш город. Вот этот сегодня такой солнечный день, чудесный, праздничный. Ну, это огромное удовольствие просто прийти.
Самая масштабная колонна в Первомайском шествии от учреждения образования. Школьники, студенты, воспитанники спортшкол, преподаватели, тренеры. Ну, вышли показать, что нас тут много, мы есть, вот, и, ну, это просто весело. Шествие стало яркой рекой, за течением которой наблюдали сотни магаданцев. Среди них подростки, пенсионеры, семьи с детьми. Постоянно выходим посмотреть, какие организации, что есть у нас в городе. На людей посмотреть радостных, счастливых. Как бы праздник объединяет, хоть весь город собирается, выходит. Интересно, да детям показать, сами посмотрим. Этнические нотки Первомайскому шествию добавил ансамбль песни и танца народов Севера «НР». День синоптики обещали 2 градуса выше 0, и прогноз оправдался. Все, погода отличная, да. Тепло, да? Хорошо. Вы всегда ходите нам на 1 мая? Да. Российскому празднику в этом году 100 лет. После развала СССР День весны и труда не отмечали, вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Александра Сафронова. Возродили традицию на Колыме в 2001 году. У нас было поскромней, может быть, не было шаров, там цветов, а флажки-то всегда были. 1 мая, это, знаете, это, как говорится, всенародный праздник. И служащие, рабочие, и все такие, и сельское хозяйство, все вместе отмечали, всем государством. Весенний праздник труда отмечают в 84 странах мира. Во многих есть свои первомайские традиции. В Чехии, Словакии и Швейцарии молодые люди сажают дерево под окном любимой девушки. В Лондоне 1 мая дети ходят по домам и продают цветы, а после бросают деньги в колодец желаний. Жители Германии встречают этот день в национальных костюмах с песнями, танцами. Каждый год фотоальбомы Натальи и Анжелики Кусько пополняются новыми первомайскими фотографиями. Для двух сестер это семейный праздник. 1 мая они всегда вместе. Мы же дети советского прошлого, мы ходили на праздники, на демонстрации, а потом мы шли на пикники и отмечали праздник, потому что еще у папы 2 мая было всегда день рождения, и поэтому нам это вспоминается очень здорово, весело. Не пропустили ни одного 1 мая и сестры Джафаровы. Для Ренаты это 2-й праздник, а для Русланы уже 5-й. Данный праздник является своего рода определенным маркером, своего рода машиной времени в детство, потому что далекие 80-е годы также всей семьей, с родителями, со всеми родственниками мы выходили на парад, после этого шли на природу. В общем, это был день, когда мы все собирались вместе. Я хотел бы, чтобы мои дети также отмечали данный праздник. И так же, как сегодня, собирались дружной семьей, с друзьями, со всеми коллегами, со знакомыми. Среди участников шествия около 10 тысяч детей и молодежи. Здесь студенты, ученые, спортсмены, работники культуры, здравоохранения, социальной поддержки, школьники. То, что раньше было, я имею в виду, школьники на 1 мая, то есть, наверное, не до конца понимали, в чем суть праздника, как раз, когда переходное время. А сейчас, на мой взгляд, старшеклассники с удовольствием, потому что, помимо того, что это праздник весны, да, для кого-то это праздник труда, для школьников это возможность провести время вместе еще раз, но уже в обстановке не школьной. Первомайская демонстрация длилась 2 часа 20 минут. Ура 1 маю! Проект укрепления берега на портовом шоссе курируют на всех эшелонах власти. До конца 2019 года строительство должно быть завершено. Турнир по художественной гимнастике дал спортсменам возможность за 1 минуту продемонстрировать навыки, полученные за год. Мобильный репортер стал очевидцем необычной и рискованной переправы. Главной темой встречи депутата Государственной Думы Оксаны Бондарь и мэра Магадана Юрия Гришина стало портовое шоссе. Самарская строительная компания «Бульверк» завершила работу над проектом, который укрепит берег. Предусмотрено строительство подпорной стены и обустройство набережной. На эти цели из федерального бюджета выделено более 1 миллиарда рублей. Самарцы обещают закончить работы до конца 2019 года. 15 мая будет готова экспертиза, и при уже готовых документах есть решение
решение на федеральном уровне, что эта экспертиза и заявка от Магаданской области должны направляться в Минэкономразвитие, и при формировании соответствующей программы это должно учитываться. Берем это на контроль и будем вести. Наконец, мая Оксана Бондарь и Юрий Гришан назначили следующую встречу. К этой дате будет получена более детальная информация о планах федерального центра по решению проблемы с обеспечением авиаперелетов маршрутом Магадан-Москва. Работники скорой помощи отметили профессиональный праздник. 84 года назад в Магадане начала работать служба в составе 4 человек – шофера, лекаря и 2 санитаров. Первое время к больным или на место несчастного случая выезжали на лошади. Сейчас в коллективе 200 специалистов. Ежедневно в смену работают педиатрическая, психиатрическая, инфекционная бригада и бригада интенсивной терапии. Обслуживает до 120 вызовов в сутки. В празднике вдвое больше. Мы успешно около 5 лет уже применяем тромболизис. Это непростая процедура, которая позволяет сохранить здоровье, иногда и жизни тех, кому угрожает инфаркт миокарда. Мы работаем на хороших, замечательных новых машинах. Вот. Поэтому в данном случае сейчас станция обеспечена всем необходимым для нормального своего функционирования. Звание «Почетный работник здравоохранения города Магадана» присвоено фельдшеру Зое Степановой. Поздравления коллектив скорой помощи принял и от мэра Магадана Юрия Гришана. Магаданский путешественник Андрей Осипов выпустил первую книгу о жизни коренных народов Севера. Материал собирал 4 года. За это время автор побывал в 7 экспедициях по северо-востоку Колымы. «Сущности бытия» – так названа фотоповесть. Работы рассказывают об укладе жизни оленеводов, национальных сел и поселков Гарманда, Гижига, Эменск. Исследовательские вылазки, рассказывает Андрей Осипов, позволили погрузиться в самобытный мир, где люди крепко привязаны к земле, на которой живут. Где традиции и обычаи не просто сформированы годами, но и проверены суровым краем. Фотоработы настолько сочные, настолько богаты этническим духом, что сами попросились в книгу. Оставить их без внимания публики было сложно. В издательстве «Охотник» эта книга – единственный проект подобного рода за последние 15 лет. Это быт оленеводов, современных оленеводов Колымы. Как устроен, как строится день. То есть и рассчитано, в принципе, на широкую аудиторию, на жителей города Магадан, на жителей наших районов. В основе обложки лежит шкура оленя, на ней написано клеймом. Как бы. То есть все-таки имитация природных материалов. Тираж книг 700 экземпляров. Фотоповесть уже в книжных магазинах города. 30 колымских фотографов приняли участие в фотоконкурсе «Культурное наследие». Конкурс проходит 2-й раз и поднял рейтинг популярности вдвое. Работы принимали у тех, кто старше 14 лет. Тематика – исторические памятники, мемориалы, обелиски, достопримечательности Магаданской области. Главные критерии оценки – это содержание, художественный уровень и техника исполнения. Фотограф-любитель Олеся Рымарь отправила 3 фотографии. Главный герой ее работ – мемориал «Маска скорби». Серия фотографий сделана в разные года и признана одной из лучших. Как художник я подхожу к этому делу, чтобы это все было композиционно, естественно, красиво, чтобы это было значимо, чтобы это было с художественной точки зрения выразительно. Ну, естественно, освещение пытаемся, как умеем, потому что, еще раз повторюсь, я не профессионал. Из 65 фотографий комиссия определила 10 лучших работ. Победители наградили дипломами и памятными призами. В Магадане прошел чемпионат и первенство города по художественной гимнастике. Почти 100 спортсменов за минуту демонстрировали навыки, полученные за год. 60 секунд для каждого в этом турнире могли стать решающими для спортивного роста. В конце года мы подводим итоги, и на этих соревнованиях есть возможность выполнять разряды. А именно первый взрослый разряд, его можно только на соревнованиях городского ранга. Альбина Сироткина шаг за шагом идет к успеху 4-й год. Ее первый выездной турнир проходил в Биробиджане. Командная бронза, говорит спортсменка, вдохновляет на новые победы, прежде всего над собой. Вдохновение ищет и Светлана Федорова. Ей представлять Колыму на выезде пока не приходилось. Но художественная гимнастика, считает спортсменка, у нее в генах. Я в детстве очень любила смотреть мультики про балерин, и потом мама поняла, что гимнастика – это для меня.
Учебный год был успешным, считают тренеры. Светлана Никишева стала серебряным призером на чемпионате Дальнего Востока. Команда колымских гимнасток взяла бронзу на первенстве Еврейского автономного округа. А магаданское золото в этот раз досталось Марии Шаминой, Дарье Задорожной, Татьяне Соколовой, Василисе Малюковой, Елизавете Саратовой, Кристине Шелаховой, Кристине Афанасьевой и Светлане Никишевой. Мобильный репортер стал очевидцем необычной и довольно рискованной переправы. Река Ниармаяха в Ямало-Ненецком автономном округе снесла насыпную дамбу. Пути на другой берег нет, но вахтовики очень хотят попасть домой. Пусть и в ковше экскаватора. Спонсор рубрики – магазин «Мастерок». МТК «Видео» принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8-914-859-9060. За ролик, вышедший в эфир, автор получит 100 рублей на счет телефона.